Тренер российского чемпиона мира по двум версиям в первом тяжелом весе Мурата Агасиева Абель Санчес уверен в том, что украинец Александр Усик станет для Мурата непростым боем, в котором ему придется выложиться на полную. Также Абель Санчес считает, что победителю суперсерии нужно будет продолжить выступать на высоком уровне. И одними из наилучших соперников для Усика или Агасиева были бы Тони Беллю и Дэвид Хей, с учетом того, что британцы смогут еще вписаться в рамки первого тяжелого веса. Впрочем, Санчес отнюдь не уверен в твердости намерений Тони. Ну, во-первых, Усик и Брейдис провели великолепный бой. Не думаю, что кто-то ожидал, что они проведут бой настолько ярко. Мне кажется, что Усик измотал Брейдиса в первые 4-5 раундов, благодаря тому темпу, который задавал в начале боя. Я считаю, что Усик победил Майреса в 4 очка, и не думаю, что бой был близким настолько, что можно было и дать ничью. Я считаю, что Усик составит много проблем в финальном бою. Мурат должен будет быть в своей наилучшей форме, потому что перед ним будет стоять олимпийский чемпион и непобежденный чемпион мира. Однако после победы над Дортикасом уверенность Мурата будет зашкаливать, и Усик станет для него лишь очередным соперником в ринге, с которым ему нужно будет расправиться. Пока что все, что делает Беллю, так это говорит. Он говорит про Фьюри, про Хэй, про всех остальных, но это не значит, что он выйдет в ринг. Я надеюсь, что победитель нашего турнира будет драться с Тони Беллю или с Дэвидом Хэем, если он вернется в Крузервейт и со всеми другими топами веса, ведь эти бои будут зрелищными. Я думаю, что всемирная боксерская суперсерия оказала потрясающую услугу первому тяжелому весу. Раньше об этой категории никто даже и не думал, и всем было на нее наплевать. Но эти 8 крузеров, участвовавших в турнире, это восьмерка лучших в мире боксеров этого веса. К сожалению, Лебедев не стал частью этого турнира. Но мы видели такие бои в этом весе, которые вы наблюдали раньше только в среднем весе. Эти парни быстрые, очень талантливые и тяжело бьют. Надеюсь, что американцы смогут посмотреть некоторые из этих боев. И надеюсь, что финал серии будут показывать в США. Потому что, увидев эти бои, они увидят парней, которые дерутся как средневесы.